Татьяна из Ачинска беспокоится. Развелась с мужем, дети остались со мной. Живем с ними в квартире свекрови. Она хочет выписать меня из своего жилья. Может ли она это сделать? Фактически свекровь имеет право выписать вас из собственной квартиры, поскольку вы утратили статус члена ее семьи. При этом несовершеннолетних детей она выписать не может. И если после развода с супругом дети остались проживать с вами, а у вас своего собственного жилья не имеется, то вы вправе через суд потребовать проживания со своими детьми до достижения ими совершеннолетия. Мария из Красноярска интересуется. Замужем 5 лет, детей нет. Хочу развестись с мужем, а он этого не хочет и идти в ЗАГС подавать заявление о разводе отказывается. Что мне делать? В этом случае вы вправе обратиться с исковым заявлением о расторжении брака в мировой суд, где указать, что супруг не желает добровольно разводиться с вами через ЗАГС, и решением мирового суда ваш брак будет расторгнут.